В Астане пошел первый снег. По прогнозам синоптиков, в столице и на севере Казахстана ожидаются осадки и гололед. Первые морозы ударили по Астане, Жасказгану и Петропавловску. В этих регионах сегодня ночью столбики термометров показали отметку в минус 2 градуса. К слову, снег и дождь ожидаются на большей части территории страны.